Всем привет-привет! Сегодня у нас насыщенный день. Едем в Киев на фестиваль Video People. Ехать в Киев примерно 3 часа. Юля нам дала свою машину. Оказывается, в Украине не нужна доверенность на машину. Вова поедет за рулем. Дорога не очень хорошая, и плюс еще дождь начался. Оказывается, я в Украине уже 90 дней. Я вот гражданка, например, Казахстана. Я не могу находиться в Украине больше 90 дней. Поэтому мы должны экстренно 24 числа покинуть Украину. Мы, по-моему, здесь можем припарковать свой автомобиль. Доброе утро. Доброе-предоброе. Все, я собралась, у нас здесь как будто баня, халаты повсюду висят. В Заре вчера я купила чокер двойной на шею, звездочки. Туника удлиненная, прям сильно-сильно, и вырезы по бокам. Я под низ надела лосины кожаные. Потому что очень холодно в Киеве. Я знаю, что уже Наташа на фитам. Мы немного опаздываем. Сегодня Video People. Video People — это сходка для блогеров. Только блогеры. Больше никого туда не пускают посторонних. Лена тоже заселяется завтра в этот отель в наш. И мы увидимся наконец. У нее завтра раннее заселение. 23-го. И мы вместе едем на видео жару. Уже 2 дня будем там тусоваться и выступать. Video People в Киеве проходит в гольф-клубе. Наташа сказала, что она там уже на семинаре каком-то на втором этаже. Сегодня будет много блогеров украинских, а не только, и также из Москвы. Наташа, привет! Привет! Привет, Наташа! Я Владимир, я что-то думала, вы знакомы такая, стою. А, здравствуйте. А как ты ее вернешь обратно? Лето будет говорить стрелять. Зачем? Как? Ничего себе, мне жалко камеру. Удобно вообще. Вова, летела, полетела. Как мы потом словим обратно? Как вы ее словите? Ветер будет. Ой, мы соберем шарики, она будет. Братан, не пали. Нельзя на... Там камера у него! Вот это уже интересно! Да, вот это интересно уже! Сбежали с Вовой с Video People, потому что нам нужно срочно билеты купить в другую страну из-за того, что у меня срок пребывания в Украине заканчивается 24 числа. Чтобы у меня проблем не было, нам нужно срочно выехать. Ребята, всем hello, как дела? Давайте поднимем ручки выше! Всем доброе утро. Мы опаздываем на видео жару. Кто не знает, ты реально вообще на себя не похожа. Наверное, из-за помады. Ты темной такой не красилась, да? Лену не узнаю. Она выходит из лифта, я на нее смотрю. Лена. Думаю, кто такая? Это ангелы. Ожидание реальности. Я просто сегодня с темной помадой. Красавица какая. Ангелы спустились. Нам на юбка землю. Такая красивая с рубашкой. Вообще молодец. Смотрите, моряк. Ох ты, я морячка, ты моряк. Ты морячка, я моряк. Здесь 27 блогеров живут, и спустились только, получается, 8 уехали, да, и остальные остались. Вы можете выходить, я принес не вижу. Я думаю, ну, ладно, вы хотите побеседовать, я не приятно. Привет.
приехала! Даю привет казахстанцам, Казахстану всем своим лицом и ртом. Нам объявили, что мы должны пройти по ковровой дорожке красной возле сцены. Все на нас будут смотреть, и никто не будет нам лопать. Это обычные страхи блогеров. Что нас, на нас не придут, нам не похлопать. Все будут хлопать девушке Шапика, Ани. Сто пудов. Привет, кого я встретила, наконец-то. Мои первые видео начинали с нее, походу. Едем с фестиваля в отель. Я только хотела начать об этом говорить. Я только хотела включить. У нас у всех одинаковые камеры. Пришли в номер, очень устали. Сейчас хочу посмотреть, что мне подарили. Кстати, мне девушка, подписчица, подарила пакетик. Очень интересно посмотреть, что там внутри. Спасибо большое. Она сказала, что ради меня приехала на встречу с другого города. И очень приятно. Спасибо большое, что ты пришла. Так интересно, из этой игрушки вот такая сумка высовывается. Женя, спасибо тебе за позитив и искренность. Твои видео, ты умничка. Вероника, спасибо большое. Посмотрите, свечка какая красивая, прекрасивая. Похожа на хендмейд. Ой, по-моему, она ее сама делала, потому что здесь мои инициалы. Женя Гейн. Так, круто, молодец. Спасибо большое, Вероника. Клево, там цветочки внутри. Пока Вова собирается, я его жду. Я хочу выразить огромную благодарность организаторам видео жары за то, что пригласили нас на это мероприятие, за то, что оплатили нам проживание в хорошем отеле, где очень классное постельное белье, мягкое, белое, подушку много, завтраки классные. За то, что дали возможность увидеться с блогерами, с которыми мы встречаемся только на таких мероприятиях, потому что живем в разных странах. Спасибо всем огромное. Очень нам понравилось, как нас встретили. Даже кормили там на лаунж-зоне, да, для блогеров очень хорошо. Я счастлива. Просто устала немножко. И, девчонки, спасибо всем, кто пришел сегодня на встречу. Я знаю, что завтра еще придут, у кого сегодня не получилось, поэтому будем вас ждать. Мы гуляем по площадку, здесь столько людей, все гуляют, романтика. Ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах. Oh.
Доброе утро. Сегодня второй день фестиваля «Дидио Жара». И мы опаздываем на него. У нас выступление в 2, а сейчас час. Мы попросили разрешение приехать попозже, потому что мы вчера реально сидели часа 4, нас не выпускали из VIP-зоны, потому что такие правила были, условия наших партнеров, чтобы мы не выходили в общий зал. Короче, сегодня сумасшедший день, у меня это точно. Я вас тоже. Мы даже не поздравляем. Я хотела поснимать. Это здорово, это отлично. Но я хочу представить всех остальных, еще раз присаживайтесь, пожалуйста. Опять сегодня у нас есть Мафик, Елена 864 и Женя Гейн. Давайте поаплодируем прекрасным девчонкам. Боже, вы, они слушают меня на вот. Я встречала сюда на окрашенных по вашему голосу, потому что светлые волосы, успели на самолет, прям с фестиваля в аэропорт Борисполь, мчались. Я извиняюсь, если я с кем-то не успела сфотографироваться, просто мы действительно очень торопились. Это же надо было так купить билеты, но я говорила уже, что по-другому я не могу, так как у меня 90 дней срок пребывания в Украине, и я их все исчерпала, потратила. Больше я не могла здесь находиться, так бы мне закрыли вообще бы въезд или оштрафовали, я не знаю. В общем, мы сейчас летим в Турцию, сидим в самолете. Я так рада, что лететь из Украины в Турцию всего 2,5 часа. Это, конечно, для меня большая радость, так как зашли с Сарой быстро в Victoria's Secret, купили там классную пляжную сумку. Я вам уже потом покажу, когда мы прилетим. Посмотрите блеск. Кое-что понакупали здесь. Украина, спасибо за теплые объятия, гостеприимство. С удовольствием приезжаю в эту страну. Люблю вас, целую. Пока-пока.